И всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я буду снимать видео, которое называется «День рождения Безубика. Третья часть». И перед просмотром ролика хотел бы вас попросить поставить лайк, подписаться на мой канал и, конечно же, не забыть нажать на колокольчик, чтобы знать, когда выйдет следующее видео. Ну что, поехали! Пшу! Ух! Что? Как пропал? Господи, дети, что вы меня пугаете? Где ваш брат? Может быть, вы играли в прятки, и он куда-нибудь улетел? Нет, мам, мы не играли в прятки. Мы просто ходили, смотрели подарки. И мы решили разделиться, и теперь мы его не можем найти. Мы его уже ищем, я не знаю сколько. Мама, он, наверное, пропал. Ну, я же вам говорила, никогда не ходить никуда, никуда по одиночеству, даже если смотреть подарки. Вот опять вы что-то натворили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дорогая, спокойно, мы его найдем, все будет хорошо. Ой-ой-ой, ну, а где вы его видели? Вы разделились, и кто куда пошел, в какие стороны? Когда мы разделились, то я пошла... Прямо я очень хотела посмотреть вот эту вот статую со снегом, так как я люблю снег, а снега у нас поэтому, ну, как бы, нету. А он, ой, я даже не помню. Эй, стой, брат, а ты помнишь? Да, я помню. Я вот как раз пошел назад, я очень хотел посмотреть пазл. Я посмотрела, он очень красивый, а брат вроде пошел куда-то направо. А там вроде как цветы. Он, наверное, хотел цветы посмотреть. Да, но мы проверяли цветы, и там его не было. Возможно, он куда-нибудь дальше пошел. Может быть, он просто хотел где-нибудь полетать. Хотя ведь нам нельзя летать. Так, всем спокойно. Кажется, я понял, что что-то случилось. И кажется, кто-то из детишек пропал. Что ж, у меня есть предложение найти его по нашей, так скажем, старинке, разделиться всем по группам и пойти на поиски малыша. Примерное очертание ведь каждый из вас знает, знаете, как он выглядит, да? Да? Да. Что ж, прекрасно, тогда я думаю... нет времени для того, чтобы ждать, потому что вдруг малыш попадет в опасность, а это будет совсем нехорошо. Так, я тогда с Астрид и Грамгильдой мы полетим куда-нибудь в сторону цветов. Возможно, там он и находится. Может, просто испугался чего-то и побежал в ту сторону. Так, надо подумать, кто куда. Так, сморкала Кривоклык. Я думаю, вам двоим стоит обыскать вон ту часть. Я думаю, возможно, он мог и туда, так скажем, по невнимательности уйти. Поэтому осмотрите вон то пространство. Так, Сарделька, я думаю, ты можешь полететь помочь Кривоклыку и Сморкали отыскать в той части малыша. Вот, я думаю, так будет поправильнее. Чем больше народ, тем больше мы найдем малыша. И тем быстрее, конечно же. Вот. Так. Я думаю, чтобы другие дети никуда не убежали, нам нужно сделать так, чтобы кто-то остался. Так, Дневная Фурия, я думаю, стоит тебе остаться здесь и проглядеть за малышами. А Безубик и Смертохват тогда полетят на поиски малыша вон в ту сторону. Возможно, он нечаянно и туда забрел. Надеюсь, все поняли, что делать. Если не поняли, то скажите, а если поняли, то подтвердите и быстрее на поиски малыша. Что ж, тогда по драконам. Что ж, Грамгильда, полетели. Братец, ты чего? Ты хочешь, чтобы я на тебе полетела, да? Как в старые добрые времена? Что ж, хорошо, полетели тогда вместе. Астрид, ты справишься одна? Да, я справлюсь, все будет хорошо, мы сможем найти его.
Не бойся. Лети с Беззубиком. Хорошо, понял. Ну что, брат, полетели? Что ж, на счет три. Раз, два, три. Полетели. Что ж, малыш, малыш, ты где? Отзовись. Малыш, ты где? Тихо, тихо, мальчик, тихо. Как ты думаешь, где он может быть? Фу! Смертохват, давай за нами. Ого, что это за место? Да, что-то здесь, мне кажется, его нету. Что ж, пойдем тогда дальше. Посмотрим, что тут еще есть. Эй, малыш, 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 ты где? Малыш, отзовись, мы тебя ищем. Ой, видимо, мы так его не найдем, Кривоклык. Что ж, полетели тогда вон туда. Сарделька, давай не отставай. Мама, а братик же найдется, да? Не бойтесь, детки, все будет хорошо, ваш братик найдется. Возможно, он просто куда-то подальше улетел, и он цел невредим сейчас сидит и думает, как же мне вернуться. Не бойтесь, мои хорошие, все будет хорошо. Мы его обязательно найдем. И проучим, чтобы не улетал куда не надо. Спустя некоторое время. Эх, мы все обыскали, но нигде его не смогли найти. Его нигде нету. Мы пытались его найти, но ни вообще, ни звуку, ничего, только другие драконы. Мы не нашли его. Беззубик летит. Ну, может быть, хотя бы он нашел. А не со Смертохватом и Икингом. Ну же, ну же. Ну, где же он, мой мальчик? Мы не нашли его. Мы обыскали все. Я пытался найти след, но ничего, совершенно ничего не было. А? А? А пси? Эх, кажется, я знаю, где наш маленький любитель приключений. Что ж, я тоже. Видимо, он здесь. Так. Ну же. Сколько время? Что произошло? Что произошло? Что вы на меня так все смотрите? Мне страшно. Ой, как я рада, что ты цел, Господи, хороший мой. Иди сюда, иди сюда. Эм, а что, собственно, произошло? Я же просто пошел посмотреть пазл и, кажется, уснул. Сынок, да мы тебя обыскались, мы тебя искали там и здесь, и здесь. Почему ты не подавал голос? Мы же кричали, искали тебя. Я же говорю, я уснул, и я, видимо, вас не услышал. Простите меня, пожалуйста. Ой, вот учудил, конечно. Да, весело. Видимо, ни один праздник не может пройти нормально. Да, ну, видимо, раз уж все хорошо, теперь
можно уже и полноценно отметить день рождения Безумика. Да? Да. И если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет следующее видео. И всем пока! Пока-пока! Всё.